Перри, утконос! Какой неожиданный сюрприз! Нет-нет-нет, стоп! Драться нельзя! Это же так неприлично! Смотреть! Будьте добры, мы же в вагоне-ресторане! Нельзя вести себя агрессивно и портить людям аппетит! Вот так, попасться? Сидеть! Ну вот, мы попались, это же этическая ловушка! Агент Лайла из КБК? Международная команда? О, тебе, наверное, не по себе, Перри Утконос, ты же одиночка! О, да брось, ему уже нравится эта идея! Да, определенно! А что ты забыл в Канаде, Фуфелшмерц? Ну, понимать, я принимать участие в программе обмена злодеев! Я придумать пакость, а канадский злодей придумать свою, и мы поменяться! Он делать мою работу, а я его! Ты будешь картошку? Не трогать! Слушай, сейчас я вам задать одну задачку. Один поезд с лосем на борту выйти из Британской Колумбии в 8 утра. Его скорость 80 миль в час. Вопрос, когда он прибыть на праздник в Канаду? Ответ? Никогда! Потому что я связать машиниста и теперь управлять поездом при помощи моего помощника машиниста Инатора. И теперь мы ехать в тайное убежище моего канадского коллеги. Эй, хватит! Это мой обед! Закажи себе свою картошку, раз уж ты хочешь есть! Поднять! А этот твой канадский коллега, как его зовут? Кажется, какой-то сэр Перила или доктор Стремянкин, типа того. Профессор Балюстрат, это же мой заклятый враг. Может, все-таки угостишь? Хватит трогать мой обед! В общем, когда лось попадет к Балюстраду, день Канады будет испорчен. Вот, собственно, и все. Классно, да? Знаешь, что действительно классно? Твоя картошечка. Я не шутить, не трогать картошку. Я тебя не понимать. Зачем ты есть мой обед? Мы же в вагоне-ресторане, заказать себе свой. Терпеть не могу, когда едят из моей тарелки. Серьезно, не трогать картошку. Я начинаю выходить из себя. И ты туда же! Хватит, хватит! О, вы же пачкаете, трогаете грязными руками! Сделайте свой заказ! Этот мужчина так ужасно себя ведет, что мне даже захотелось закатить скандал и расстаться с тобой! Ненавижу свою работу! Очень умно! Вы выбраться из моей ловушки с правилами этикета! Надо забрать Инатор!